раньше на Клодову Кронвелл играли в одной паре. Теперь тренеры решили развести в разные пары. А Акимов, Иванов, Денисенко. Ох ты! Быстрое такое начало у ЦСКА. И счет в матче открыт. Еще все звенья не успели выйти на площадку, а ЦСКА уже выполнил очень важную задачу, открыл счет в матче. По прошлому сезону мы знаем, что невероятно тяжело действовать против армейцев, когда они открывают счет, забрасывают шайбу. Это оплеуха для любого соперника. И тут все получилось очень нелепо. У железнодорожника поставили Капризова прямо перед воротами, и он попал в уголок. Кто там такую передачу-то сделал? Накладывал, да? Ну, надо аккуратнее, конечно, в обороне-то играть. Там была бы опасность с другого края, там, ну, очень сильно. Тут как раз не в плане критики, а в плане вот мастерства Мамина. Да, все-таки прежде всего... Ой-ой-ой! Прежде всего хвалим армейцев, которые забрасывают третью шайбу. Немедленно после второго гола шайба оказалась за спиной Коновалова. Ползла за Лето, и в конце концов оказалась в ворота команды Крейга. Меняют вратаря, да. Я, кстати, подумал, что должны поменять вратаря, потому что дело не в том, что третья шайба, дело в том, что вот она такая третья. Давайте посмотрим. Вот здесь Коновалов допускает ошибку, и Кирилл Капризов лезет на ворота и посылает туда шайбу, делает дубль Кирилл Капризов.